Страна FM и Спорт Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Доброе утро, телерадиоканал «Страна FM». Вас приветствует, друзья, в студии Лиза Калинина, Никита Некрасов. И в гостях у нас сегодня заместитель шеф-редактора отдела футбол издательского дома «Спорт Экспресс» Дмитрий Зеленов. Дмитрий, мы вас приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Слушатели и зрители, в свою очередь, вы, Дмитрий, тоже можете задавать вопросы. Группа ВКонтакте «Страна FM», а также WhatsApp, Viber, SMS 909-928-1-89-9. Все о футболе сегодня. Ну, а, собственно, тему мы поговорим, на какую тему нашим слушателям и зрителям задавать вопросы? Тема наша – результаты 10-го тура РФПЛ и, в частности, о «Спартаке», о ситуации в «Спартаке», которая сложилась накануне, после матча с «Тосно», такого уже нашумевшего раз. Разные мнения бытуют, все мы их сегодня с Дмитрием разберем. Очень плохие отношения между тренером и футболистами, вроде как. Плохие. Ну, вроде как, да. Что вы пишете, журналисты? Они сложные, давайте напряженные. Предоставим Лизе слово Дмитрию. Вообще с удовольствием. Вы знаете, история развивается стремительно. Сразу после матча с «Тосно» мы все говорили о том, что в «Спартаке» назревает конфликт, что отношения между раздевалкой и тренером сложные, что Массимо Каррера, который славился тем, что умеет подобрать ключик к каждому футболисту, вдруг потерял контроль. Дипломат такой был. Да, да, ну даже больше, чем дипломат, он был свой парень такой для всех, в хорошем смысле. Но он и команда отдалились друг от друга. И якобы после матча с «Тосно», по информации нашего издания, Каррера даже спрашивал футболистов, может, это был риторический вопрос. Вы что, специально пропускаете эти голы? Вы что, специально так делаете? Вы хотите, чтобы я ушел? Ответ он не получил. Он швырнул бутылку пластиковую, к счастью, и пошел дальше на пресс-конференцию. Но на следующий день было большое разбирательство внутри клуба. На базу «Спартака» в Тарасовку приехали руководители. Интервью дал владелец «Спартака» Леонид Федун. И, в общем, слова были примиряющие, воодушевляющие, что все должно наладиться, давайте сплотимся все вместе во имя общей цели. Ну, а с другой стороны, что бы он мог сказать? Все плохо, у нас все печально. Команду распускают, Массимо Каррера уезжает себе домой. Конечно, такого не мог сказать. Конечно, ни в коем случае. Но это те слова, которые ждали от руководства, какие бы они банальными ни были, это то, что должны были все сказать. Ну, вот насколько я слышал и смотрел сюжеты, Массимо Каррера, и если вы, Дмитрий, говорите, что пресс-конференция, я просто не в курсе, пресс-конференция была сразу же после разговора Каррера и игроков в раздевалке, то Массимо Каррера очень четко на пресс-конференции дал понять, что все вопросы к игрокам. Он прямо так и сказал. Совершенно верно. Если вы хотите поинтересоваться о результатах матча, спросите моих игроков. И это нетипично для Каррера, поскольку до этого он всегда отвечал на все вопросы сам. Брал ответственность. Да, брал ответственность на себя, говорил, нет, все, что происходит в команде, остается в команде, задавайте вопросы мне, я тренер, я отвечу. И за это, кстати, игроки его ценили. Ну, вообще, в принципе, давайте прям начнем с самого начала. Что произошло на поле? Вот удаление в первом тайме у «Тосно». «Спартак» повел в счете, дальше свое преимущество укрепил, вел 2-0. И совершенно неожиданно за 5 минут до конца, ведя в счете 2-0, в матче с командой, которая только что вышла из ФНЛ, вдруг пропускает 2 мяча. Один из этих голов был весьма странным. Гол привез защитник Петкович, причем защитник, которого брал сам Каррера, его точно в так называемом сливе нельзя подозревать. Но, тем не менее, вот это стечение обстоятельств, два гола, они заставили Карреру просто прийти в ярость, поскольку это не первый случай. Спартак вел в этом сезоне 2-0 в матче с «Динамо», Спартак вел у «Локомотива». Спартак часто ведет в этом сезоне и пропускает. Даже в Лиге чемпионов последний матч с командой «Марибор» в Словении. Да. «Спартак» должен был побеждать, но упустил победу. Ну, что ж, давайте продолжим про «Спартак» говорить прямо через песенку одну Алексея Чумакова, песню о любви, не о спорте, послушаем, и к вам вернемся. В стране о спорте мы продолжаем. Телерадиоканал «Страна FM». Никита Некрасов, Лиза Калинина. В гостях у нас сегодня заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов. Говорим о «Спартаке», конфликтной ситуации, которая случилась накануне между тренером и футболистами. В общем, продолжаем. Пишите ваши вопросы. Группа ВКонтакте «Страна FM» и 909-928-1-89-9. WhatsApp, Viber, SMS. Задавайте свои вопросы, комментарии. Все озвучим.
Дмитрий, вот мы остановились на, собственно, матче. Я массу люблю слушать аналитику, прям вообще вот от разных причем людей. Желательно, чтобы эти люди еще и были болельщиками условно Спартака, ну, симпатизировали, и также от людей, которые совершенно не симпатизируют этой команде, и мнения разнятся. Что ж, вот по-вашему, в итоге произошло, во-первых, на матче, а во-вторых, после? Ну, ваша экспертная оценка. Разные оценки, действительно, но если брать концовку игры и вообще вот эти провалы Спартака в концовке, то объяснений может быть не так много. Они все достаточно... Они все на поверхности. Первое объяснение Спартак пропускает в конце, потому что устает. Это вопрос, значит, сразу следует адресовать тренеру по физподготовке. Да. Это новый человек в штабе по фамилии Де Урбано. Его взял специально Массимо Каррера к этому сезону. И к этому человеку большие вопросы у команды. Они его называют лыжником, что мы занимаемся лыжной подготовкой. Ну, он сильно их нагружает достаточно физической беговой работой, работой со штангой, чего футболисты делать не любят. Второе, это какая-то, может быть, психологическая расслабленность, что люди понимают, что они ведут в счете, что они чемпионы страны, что, в общем, они спокойно могут легко довести дело до победы. И третье, конспирологическая версия, то, собственно, о чем все говорят эти дни, что тренера сплавляют нарочно. Но у каждой версии есть свои сторонники. Есть четвертая версия, просто не везет, так сложились обстоятельства. Это такая она. Для тех, кто не любит ни конфликты, ни как-то глубоко куда-то вникать. Но при этом интересно, что сам Каррера, он очень яростно отрицает вот эти обвинения в том, что команда физически подсела. Говорит, это не так, это невозможно. У нас все тесты, все показатели отличные. Но... Там же очень много травм было, да? Травмированных Но кроме того, еще очень много травм, действительно. Это тоже вопросы к тренеру по физподготовке, как он их... как он их готовит, потому что много травм мышечных, те, которые на ровном месте не получить. То есть есть травмы, когда рвутся связки, вот как недавно, как раз в этом матче получил защитник Георгий Тигиев. Он просто порвал крестообразные связки колена. Это самая тяжелая травма в футболе. Это человек выбывает минимум на полгода. Тут мне это действительно не повезло. А есть мышечные травмы, когда люди там не так... повернулись, резко сделали движение, потянули мышцу там, бедра. Такие ошибки именно. Пресса, да, чего-то еще такого. И еще один фактор. Кубок Конфедерации, который прошел, где участвовала сборная России и где участвовало много игроков «Спартака», лидеров «Спартака». И после Кубка Конфедерации Массимо Каррера им дал отпуск буквально 5 дней, что очень мало, конечно, для профессионального футболиста. И фактически без отдыха лидеры команды Глушаков, Самедов, Камбаров сразу приступили к подготовке. Они, конечно, говорили, что ничего страшного, мы профессионалы. Но, с другой стороны, ничего страшного. Я тоже так думаю, что ничего страшного. Но так не бывает. Многие же играют там через 2 дня на третий, и ничего. Нужен отпуск. А то позади сезон, где много эмоций, много сил отдали, стали чемпионами. Дальше Кубок Конфедерации, к которому тоже готовились очень долго. Дальше 5 дней отдыха и сразу заново. Ну, просто голову даже не перезагрузили. Такая есть еще версия. Понятно. Ну, что ж, продолжим аналитику сложившейся ситуации в «Спартаке» уже очень скоро. Сейчас давайте послушаем такую важную и нужную рекламу. И вернемся к вам. Да, и ночные снайперы еще будут. В общем, все прекрасно, друзья. Оставайтесь с нами. Все о спорте. Стране о спорте расскажем. Скоро. Дмитрий Зеленов с нами, разговариваем о «Спартаке». Итак, мы продолжаем телерадиоканал «Страна ФМ». Никит Некрасов, Лиза Калинина. «Стране о спорте» наша программа. И в гостях у нас сегодня заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов. Все о футболе, а точнее о конфликте «Спартака». Преимущество — наша тема. Задавайте ваши вопросы. Группа ВКонтакте «Страна ФМ». Отдельный пост, комментарии для вас. Да, мы за кадром поговорили... О тренере, о личности, в принципе, тренера Массимо Каррера. И говорили мы о том, во-первых, кому выгодно, может быть, выгодно сливать тренера. Во-вторых, начали сравнивать, заглядывая в историю тренеров в «Спартаке» иностранцев, которые были. Я-то, в принципе, считаю, что, конечно, самым идеальным тренером для «Спартака» был Олег Романцев. Просто, мне кажется, эта фигура пока еще... Никем не превзойденная. Да. Я думаю, многие согласятся. Вот давайте тоже озвучим для наших слушателей и зрителей, кому выгодно сливать Карреру, и, собственно, так ли это вообще? Сравним тренеров, которые были.
Ну, начнем с того, что история, когда у иностранного тренера, яркого, харизматичного, случается недопонимание с группой футболистов, в основном русскоязычных футболистов, она не нова. Так было у Микаэля Лаудрупа, у датского тренера, очень талантливого. В свое время считалось, что это такой прорыв, что вообще такой специалист приехал в Россию. Такое же было у Унаи Эмери, который после ухода из «Спартака» выиграл Лигу Европы с «Севильей» и сейчас прекрасно себя чувствует в ПСЖ. Такое было у Мурата Якина. Ну, мы помним, что говорили про Эмери, что Артем Дзюба его вообще назвал «тренеришкой» при всех. Это стало мемом после этого. Про Якина гадости говорил Роман Широков. Про Кареру сейчас в открытую ничего такого не говорят, но это будет самоубийством, что сказать про тренера-чемпиона. Но за кадром действительно раздается недовольство. И есть группа футболистов, которые считают, что Карера, ну, скажем так, надел корону на себя или приписал вот все заслуги за чемпионство лично себе. Но это не совсем так. Карера всегда говорил о команде, а то, как он ведет себя с командой, ведет в раздевалке, это, наверное, внутренняя кухня, ее не стоит выносить прежде всего футболистам. Да, вот нас обвиняют болельщики, журналистов, что это мы делаем, но мы же это делаем не на пустом месте, нам это рассказывают. Есть повод, мы всегда, просто делимся информацией, которую из клуба, из команды доносят до нас. Ну, о группе футболистов. Стоит ли говорить о группе футболистов, те, кто недоволен? И вообще, в принципе, стоит ли говорить о том, насколько Массимо Каррера, который человек, у которого, в принципе, нет опыта в большом футболе, все об этом говорили, что и нет на международном уровне, и после того, как Роберто Манчини пришел в «Зенит», сравнивают этих двух вот, то есть Роберто Манчини это прям глыбище, да, это и Массимо Каррера, который вот только-только вступает на путь такого большого такого футбола. Но у него, вообще вероятно? У Каррера хороший бэкграунд, тем не менее, все-таки работа с Конте, работа в Ювентусе, в сборной Италии, да, пусть он там был не на первых ролях, но он был внутри команды, он видел, как это функционирует, он видел образцы, лучшие образцы вообще тренерской работы, конечно, конечно. И он не новичок, все-таки не надо, да, его делать таким уж совсем пионером. Да, это его первая самостоятельная работа, плавание. В качестве первое самостоятельное плавание, но понятно, с Манчини сравнивать сложно, это разные истории совсем, но все-таки тоже делать из Карреру такого новичка, которого сделала команда, это не совсем верно. Тут движение в обе стороны. Ясно. Напомню, заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спорт-экспресс» Дмитрий Зеленов у нас в гостях. Задавайте свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна FM». «Стране о спорте». Лайв. Все верно. «Стране о спорте», телерадиоканал «Страна FM». В гостях сегодня у нас заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спорт-экспресс» Дмитрий Зеленов. По-прежнему в студии Никита Некрасов, Лиза Калинина. Говорим сегодня о футболе, разбираем конфликтную ситуацию в «Спартаке» между тренером и футболистами. Пишите и вы свои вопросы. Группа ВКонтакте «Страна FM» и WhatsApp, Viber, SMS 909-928-189-9. Дим, вот какой вопрос хочу вам задать. Все мы любим фантазировать. Если фантазировать в ту сторону, что, допустим, действительно какой-то заговор существует, чем вообще, в принципе, это для «Спартака» может аукнуться? Вот, допустим, где-то что-то это отзовется, и тренера действительно снимут. Что ждет «Спартак»? Ну, снимать, я думаю, будут после первой половины окончания. Вот, если... Либо после громкого поражения, как это случилось, например, с Эмери после пяти мячей от «Динамо». Для «Спартака», в принципе, ситуация не новая. Взять ее на перепутье хобана. Да, «Спартак» сейчас оказался в таком положении, что от него требуется подвиг. И, с одной стороны, это полезно. Именно для этой команды, для этого тренера, потому что преодолевать, какие-то совершать героические рывки, это очень в духе Карреры, как мне кажется. И вообще в духе «Спартака», в духе того чемпионства. Однозначно. Но если у «Спартака» сейчас для этого силы и эмоциональные, и физические, вот это вопрос. И «Спартак», если даже такой возьмет себя в руки, скажет, давайте все вместе сейчас рывочек, и может на первом же шаге споткнуться и упасть. И тогда все, уже сил не останется вообще никаких. А шансов упасть будет много, ведь впереди до зимней паузы ответные матчи с «Зенитом» и с «ЦСКА». 5 матчей в Лиге Чемпионов. Вот именно. 2 с Ливерпулем, 2 с Севильей. А с Ливерпулем играть уже скоро. Домашний матч с Ливерпулем совсем скоро. И что
даже этот матч с Ливерпулем, он может обернуться катастрофой. Если взять «Спартак» худшего образца вот этого начала сезона и посмотреть на веселый Ливерпуль, который, если поймает настроение, может разорвать любого, тем более «Спартак», то все может кончиться очень печально. Ну вот если, допустим, это я так, конечно, обывательски рассуждаю, если, допустим, взять сейчас паузу и взять паузу в российском чемпионате, направить все силы на Еврокубки, на достижение там результата, mm-hmm. а, соответственно, с российским чемпионатом разбираться уже после паузы. Ну вот так Лестер, с которым часто сравнивают «Спартак», да. неожиданный чемпион Англии да. позапрошлого сезона, mm-hmm. фактически поступил, может, против своего желания, похожим образом. В чемпионате Англии шел не ахти как, но в Лиге чемпионов, между прочим, вышел из группы и выглядел неплохо. Сможет ли «Спартак» повторить путь Лестера и нужно ли ему это? Мне кажется, что шансов в чемпионате все-таки побольше, чем в Лиге чемпионов. Конечно, любой результат, который выведет «Спартак» из группы, с первого места фантастика или со второго тоже трудно. Ну или с третьего в Лигу Европы, но это все-таки немножко не то, что хотелось да. бы. Он отодвинет негатив от «Спартака», вся страна сплотится, потому что когда наши играют на международной арене, конечно. Это все-таки такая история, она довольно объединяющая. Но это будет сложнее сделать, чем прибавить в чемпионате. Да, сейчас «Спартак» отстает от «Зенита» на 11 очков. Это очень много. Прошло много, только 10 туров. Но история знает случаи, когда 11 очков отыгрывались. Это делал ЦСКА 4 года назад. Причем ситуация была аналогичная. Те же 11 очков, правда, после 14 туров. Тоже ЦСКА играл в Лиге чемпионов, тоже был действующим чемпионом страны. Осень провалил, как сейчас проваливает «Спартак». Но весной был впечатляющий рывок, и ЦСКА стал чемпионом. Дим, скажите, слышали вы такую песню «Смэш» Полина Гагарина и Егор Крид «Команда» 2018? Я, да, нет, я слышал, конечно. Давайте еще раз ее послушаем и вернемся сразу после нее в эфир. Мы тоже в игре «Стране о спорте». Продолжаем. Никита Некрасов, Лиза Калинина. В гостях сегодня у нас заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спорт-экспресс» Дмитрий Зеленов. Говорим о футболе, тема «Спартака». Разруливаем конфликт, который сложился. Надеемся, что все будет хорошо. Но и заявления же, в принципе, поступили, что будем работать дальше. Конечно, что... и даже Денис Глушаков в Инстаграм выступил. Да. Тот самый, кого инсайдеры обвиняли вот угу. в этой организации оппозиции внутри команды. Да, такие совсем политические термины в отношении футбола, но тем не менее... Он выступил в Инстаграм, что не раскачивайте нашу лодку. Все эти данные о сливе — это бред. Не несите чушь. Будем угу. работать дальше. Все за одного, один за всех. Мы команда. Да. Если Массимо Каррера все-таки уходит, кого «Спартак»... Болельщик «Зенита», прекратите. Мне все интересно. Кого «Спартак» может подписать, или же «Спартак» может обойтись внутренними ресурсами? Есть внутри тренерского штаба специалист Роман Пилипчук. Многие называют его потенциальным преемником. Его, кстати, называют и таким мозговым центром в штабе Каррера, которого сейчас якобы отодвинули от принятия решений. Это, опять же, слухи неподтвержденные. Его называют одним из претендентов. Говорят о Курбане Бердыеве, но о нем говорят всегда. Всегда и все давно, да. Но он сейчас в Рубине, у него там свои проблемы, у Рубина тоже не все в порядке, но я думаю, что шансы у Бердыева наладить ситуацию хорошие, зная его. То есть, если что, то Бердыев может снова взять и покинуть Рубин, родные стены? Нет, я думаю, пока он этого не сделает, потому что это проект интересный. Единственное, Рубину... Ну, это отдельная тема. Рубину сейчас пришлось очень сильно сократить состав для того, чтобы соответствовать правилам финансового фейерплея. Очень много они потратили до этого. И, конечно, еще претенденты есть за границей. Но это всегда, они есть всегда. Это понятно. А самые экстремальные люди называют Леонида Слуцкого. Вот так. Да. Покинет хал. Да. Но у него там тоже трудно в хале. И уже принимаются ставки, когда он его покинет. Но... В октябре, в ноябре, доживет ли до рождественских праздников. Я, кстати, читал про хал, и там же все вот эти вся заваруха-то опять началась со смены, по-моему, владельца. Да? Там что-то такое произошло. Не, ну там владелец. Он достаточно человек прижимистый, его очень не любят болельщики. Да. Там господин из Египта.
И Слуцкому, как говорят, фактически обрубили простор для трансферного маневра какой-то. И очень слабенько Хал усилился в это межсезонье. И у Слуцкого проблемы. Но кто будет потом вспоминать владельца, когда Хал будет получать от своих конкурентов? Конечно. Сейчас Хал завяз там в середине турнирной таблицы. То есть главные претенденты, получается, на сегодняшний день, ну, помимо внутренних ресурсов, это Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий. Ну, Леонид Слуцкий, говорю, версия такая оригинальная, но почему бы нет? Можем пофантазировать на эту тему. Это, кстати, будет поворот и привлечет внимание к Спартаку еще больше. Естественно. Хотя Спартака внимание, хоть и отбавляй сейчас. Друзья, у нас еще есть время поговорить о спорте. Пишите свои вопросы, задавайте в группу «Страна ФМ» ВКонтакте. Задавайте вопросы Дмитрий Зеленов, заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс». Говорим о Спартаке в том числе и о футболе в частности. Скоро продолжим, да. Также 909-928-189-9. Не забывайте, WhatsApp, Viber, SMS тоже пишите свои вопросы, комментарии. Все озвучим в прямом эфире. Ну и я думаю, что последний выход посвятим как-то вообще, в принципе, ситуации после 10-го тура. В стране о спорте продолжаем. Телерадиоканал «Страна ФМ». Никита Некрасов и Лиза Калинина. В гостях сегодня у нас заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Зеленов. И, как и обещали, в этом выходе поговорим немножечко о результатах 10-го тура РФПЛ. Что произошло, вот хотя бы по последним матчам, которые прошли вчера. Это «Локомотив Амкар» и «Зенит Уфа». Да-да-да. «Зенит» победил, сделал это уверенно. Первый тайм провел вообще очень здорово. «Локомотив» неожиданно проиграл. И «Локомотив», конечно, и сам был не очень хорош, но было принято несколько спорных судейских решений. И во время гола, который забивал «Амкар» в самом начале матча, на первой минуте, и в конце игры, когда нападающий Эдер падал возле чужой штрафной и не без посторонней помощи. Об этом сказал потом на пресс-конференции главный тренер Юрий Семин. И даже официальный твиттер «Локомотива» сделал такую запись интересную. Сразу после финального свистка, просто без всяких оценок и комментариев, выложил список арбитров матча. Все они представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну, такой намек на влияние большого «Зенита» на дела чуть более маленького «Локомотива». Ну, у меня, я хочу сказать, что я матч не видел, сразу же оговорюсь. Не видел тех ошибок, которые, возможно, допускали судьи, о которых вот сейчас мы сказали. Но все у меня друзья, поклонники, болельщики «Локомотива», все по поводу судейства плевались во всех соцсетях. Ну, слушайте, судейство у нас в России не идеальное. Заслуживают так или иначе всех. Ну, я говорю, что заслуживают не специально, а судьи могут ошибаться. Они просто иногда не очень высокой квалификации, как футболиста. Футболист промахивается поворотом с 3 метров. Мы же не говорим, что он это делает специально. Так и судья может не увидеть фол и не свистнуть. Может, он просто хорошо поел накануне и не успел добежать, да? Как докажешь, что он это сделал намеренно? Но, конечно, такие эпизоды позволяют и тренерам, и болельщикам говорить о том, что против них заговор. Что происходит в «Амкаре» сейчас? Говорили, что если проиграют, то все вообще... Ну, так бы и было, но «Амкар» вот в самый неожиданный момент выиграл, и все-таки команда карабкается. Сколько она уже вылетает, а вылететь не может. Стойкие ребята. Так, ну, о чем мы еще не поговорили, о чем стоит поговорить, Дима? Я просто... Это ну, что, тур у нас для впереди меня... матча Кубка России, «Спартак» играет с «Кубанью». «Зенит» с «Динамо», я знаю. Да-да-да. И тоже интересный турнир, шанс завоевать трофей для, может быть, маленьких клубов, которые не способны биться в долгую дистанцию. Но здесь настроиться на один конкретный матч, потом на следующий, степ-бай-степ, как говорится, да, и выйти в финал, как это сделал «Урал» в прошлом сезоне. Да. Ну, а дальше у нас опять чемпионат и Еврокубки. Ждем, да, Лиги Чемпионов. Ждем, друзья. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, к сожалению, время неумолимо подошло к концу. Гостем у нас сегодня был замечательным экспертом, заместитель шеф-редактора отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Дмитрий Зелено. Спасибо большое, Дима. Спасибо. Желаем вам отличного дня и больше-больше информации про замечательный вид спорта футбол. Да. Скоро услышимся, увидимся, надеемся. Друзья, мы тоже с вами прощаемся. До завтра. Доброе утро, скажем, пока. И завтра. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня. Пока. Yeah.
стране о спорте. Лайф.